Звонкий детский смех и искренние возгласы восхищения наполнили маленький зал, когда по воздуху поплыли мыльные пузыри самых разных размеров. И так сложно детям было совладать с собой, чтобы тут же не вскочить и не начать их хлопать. Настоящий праздник для ребятишек из теплого дома организовали активисты правкома завода «Авангард». Сюда мы, конечно, традиционно, ко дню знаний, вот уже выезжаем 5-й год. Вот детки нас знают, ждут. Мы деток видим, они растут на наших глазах. С удовольствием всегда это делаем. Активисты молодежной комиссии не просто приносят детям необходимые учебные принадлежности, а организуют для них перед школой небольшую интерактивную программу с конкурсами, викторинами и сюрпризами. В этот раз с детьми играл и танцевал сказочный герой из любимого мультфильма «Лунтик». Все-таки 1 сентября – это символично. Да, детки идут в школу, и хочется, чтобы у каждого оставался этот день как праздник. И мы им дарим такой праздник. В последние дни летних каникул мальчишки и девчонки были особенно рады этому маленькому празднику. Дети вместе с гостями прыгали, пели и громко хлопали в ладоши. Хором отгадывали загадки и помогали своим товарищам найти правильный ответ в познавательном конкурсе. А впереди их ждали подарки. Мы приобрели необходимые для теплого дома. Это бытовая химия, средства гигиены. И из этой суммы мы рассчитали деткам на канцелярские товары. Для воспитанников теплого дома такие благотворительные акции – это пример того, что помогать и радовать ближних просто. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.